Доброе утро. Я ищу Ника Уайлда. Он прямо за вами? Ну ладно, Ник. Убедил. Может, ты и прав. 50 тысяч компенсирует мое неуважение. Это все дико, например. Мы курим дико, например. Мы виснем дико, например. Ты не сумел, но я дико отымел. Тебе нужно уехать из города. Они за мной придут. Но сначала я выиграю деньжат, чтобы свалить отсюда. Хорошо, я уже упаковала вещи. Мне тут ничего не жалко. Я собираюсь ехать. Не говори мне. Не буду знать, не скажу никому. Ты так уверен, что за тобой придут? Ты сама это знаешь. Так застрели их. Обойдусь без этого. Ну, теперь ты выглядишь намного лучше, чем в прошлый раз. Да, моя подруга уехала. У нас было что-то вроде прощания. Как мило. Сколько ты еще работаешь? 11:50, 10 минут. А, к черту, составлю тебе компанию. Я сегодня всех раздеваю, Ники. Блэк Джек, так я многих друзей теряю. Я чувствую на своем плече тяжесть. Это удача положила руку. Такое бывает. Это еще не все. Я должен схватить ее за глотку, потому что из всех людей во всех казино мира удача выбрала меня. Пусть это будет двойка. Получится 21. И я выиграю. Ну и дела. Дай мне фишку на 1000 баксов. Сажусь или ухожу? Ко мне сегодня пришла удача. Но сменился дилер. Осел. Нет, я себе. С чего я взял? Что она ушла? Есть! Если выиграю, у меня будет больше 500 штук. И вы никогда обо мне не услышите. Да! Да, да! Офигеть! 500 тысяч долларов. И еще 6 штук. Неровная сумма, но я... Никогда не придираюсь к мелочам. Водку. Со льдом и лимоном. Ну надо же. Как вы можете не восторгаться? Сроду не выигрывал 500 000. Не знаю, почему я не восторгаюсь. Может, потому что не верил в такую возможность. В этом есть смысл? Вероятно. Будем, Ник? Да, будем. Боже. Вы уезжаете из города? Бери выше. Из штата, страны, с континента. Значит, Вегас вам не очень нравится. Он и не должен нравиться. Это лишь жуткий вирус, который люди порой подхватывают. Не беда, если улик мало, ерунда, если темнее стало. Проснись и пой, пора подбираться ближе. Преступник будет обездвижен, уже я вижу. Ну и что, вверх запущена ракета. Ну и что, снова слышу выстрел где-то. Ну и что, главный враг опять с приветом. Ну и что, мы уладим даже это. Нам по плечу любая сложная задача.